29 декабря, 16 год, Харьков. Вот это сталагмитик. Сталактитик. Сталагмитик. Сталактиты, сталагмиты. Так, памятник Шевченко. Чтобы было понятно, где это в Харькове, кто в курсе. Не спускаться опасно. Были желающие спуститься. Хотя, в принципе, я не удивлюсь, если найдутся желающие залезть. Матерь Божья, красиво как, а? Ночью это еще и подсвечивается. В принципе, уже сумерки. Вот это оригинально. То есть фонтан. Просто подавали понемножку воду. И ветер, мороз. Сейчас плюс один, но в принципе хватило морозных дней. Вообще красота. То есть вода там идет перманентно, я так понял. Ох, прям какой-то, как лев. Я больше на верблюда похоже. Ну, супер, просто супер. Надо сюда в солнечный день прийти. А тут какой-то греческий профиль выглядывает. Бородатый. Тесты Роршаха. Я, наверное, на видео не будет такого впечатления. Очень красиво. Будет он здесь стоять, я так понимаю, да? Будет расти до самой весны, то есть до потепления. Будут подавать здесь воду. Вообще красота. Отсюда вообще создается впечатление, как вырывается голова, локти вверх разведены. Вообще супер. Ладно, подождем, пока свет, освещение включат. Вот это да. Вот это зеркальная струя, так зеркальная струя. Тут недалеко. Кто Харькова не знает, символ города Харькова, фонтан, зеркальная струя. Это то же самое, оно в статике. Вообще красотища. Очень красиво. Мне интересно, ну хорошо, подают воду, но замерзает постепенно. А как освещение туда подается? Даже нарастает.
Я говорю, как они туда освещение подают? Это же, ну, постепенно замерзает, что залезает туда вода, краном подают. Да. Не, вода подается, и оно все потом замерзает. Потом. Да я понимаю, как свет туда, они до самой вершины. А, светодиоды, они сейчас же вода не пронесают. Вообще красота. Ну, там он вообще выглядывает. Руки, головы для фантазии. Простор. Просто красотища. Насколько просто и насколько классно смотрится. Похоже, как будто корабль. Какая шхуна караэла. Замерзла. Кариатидная ростра торчит на носу корабля. Смотри, женщина на носу корабля подмерзла немного, что неудивительно. Очень классно. Еще художники по ледяным скульптурам по льду вырежут нам из этого Эйфелеву башню. И будет вообще красота. Да. Привет, сыночка. Сынок, я сейчас возле ледяной скульптуры. Сейчас записываю на видео, принесу домой, тебе покажу. Я тебе взял уже подарок. Давай, через часик буду. Пока-пока. Да. Что это мне напоминает персонажа из Догмы? Но озвучивать этого не буду, какого конкретно. Голгофинянин. Безумно красиво, я не знаю, будет на видео это видно. Ну, в общем, пора по домам. С работы идем. Не доберемся никак.